что? Сейчас будет полезненький перекусик? Сейчас будет. Что у нас на перекус, на полезный? Морковка любимая, да? Потерла морковочки и добавила немножко маслица. Чуть-чуть растительного, потому что с маслом морковь лучше усваивается. Да, несколько вам тарелок. Всем по тарелке. Чтобы никто ни на кого не ворчухал. А то такие чухи-ворчухи. Вигуся, мне не нравится твое поведение. Что это такое ругаться? Нужно кушать добро, ласково. Чего ругаешься? Малыши тоже лопают. Лопают. Ой. Все равно тарелок не хватает, да? Потому что каждому нужно залезть в тарелку чужого. Вон же, накидали уже. Кушайте, пожалуйста. Никого не слушать. Фионок, микроребенок. А Фейка молодец, она лопаточечкой своей подтягивает тарелочку. Она голодная никогда не останется. Фейка такая. Фейка маленькая змейка, да? Ой, все сейчас получат. Вигуся одна чуха-ворчуха такая. Ты че у меня такая чуха-ворчуха? Как будто прям самая голодная. Вон сколько еще везде разроняли. Всем хватит. Что вы прямо ворчливая девочка такая? Ты мне не можешь ворчать. Ты хорошая. Ты добрая. И малышня уже тоже активно принимает во всем этом участие. Маленький, да удаленький. Ну-ка, перестань, я тебе говорю. То лугаться на тебя буду. Такая змейка. Вот сейчас тебе другие тоже не дадут ничего. Тоже будут жадничать. Так же нельзя. Вот что-что, а морковь прям лопает с удовольствием. Молодцы. Да, молодцы вы. Ну, а мы всем желаем хорошего дня и отличного настроения.